Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня хочу вам предложить классический простой способ приготовления супа-пюре из помидоров. У нас в этом году выросло много помидоров, особенно желтых сортов, поэтому я решила приготовить из них суп-пюре. Помидорки я предварительно промыла, заливаю крутым кипятком. Оставлю минут на 5, а затем промою холодной водой. Так помидорки легко почистятся от кожицы. Затем порежу их средним кубиком. Репчатый лук порежу небольшим кубиком. Суп варить буду в кастрюле с толстым дном. Туда наливаю немного оливкового масла, на котором буду обжаривать до золотистости, до прозрачности репчатый лук. Затем добавлю порезанные помидоры. Доведу до кипения, буду тушить все вместе около 10-15 минут. Суп я посолю, если помидоры кислые, рекомендуется добавить сахарный песок. При желании можно добавить специи. Идеально подойдут сушеные травы типа орегано, базилика. Также поперчу супчик смесью перцев и с помощью блендера пюрирую его. Готовый суп разливаю по тарелкам. При подаче украшаю зеленью. Добавляйте ее по вашему вкусу, у меня укроп, петрушка, веточки базилика. Нежная консистенция супа, аромат прованских трав делает его по-особенному аппетитным. Мне остается вам пожелать хорошего здоровья, всего самого доброго и до новых встреч на видео!